Приветствую вас, Ирина. Давайте разберем ваш вопрос. Вы говорите про агрессивные мысли, навязчивые в отношении своих детей. И вы говорите о том, что такие же симптомы были и у вашей мамы. Вот вы говорите, что то самое у нее было. Правда, что именно у нее было непонятно, а вот, но тем не менее. Вот. Вы говорите, что у вас была агрессия на родителей, ну вот, такого типа, да, с картинки. Вот. И вы, соответственно, говорите, что такое же с вашими детьми происходит. Ну, я бы сказал, что подобное, конечно, неприятно. Вот, и очень редко, когда укладывается вот какую-то такую, знаете, прям вот, ну, моральную систему человека, да, безусловно, потому что, ну, мне кажется, аморально, это кажется ужасно, это кажется вообще кощунственно, но правда заключается в том, что вы, первое, не выражаете злость, скорее всего, в полной мере. Второе прямо вытекает из первого, что вы недостаточно простраиваете свои личные границы. Вот, да, такой момент тоже достаточно важный. И третье, это то, что не мыслите себя без близких. То есть зависите от них. Вот, зависите от, вероятно, своих родителей. Или зависели, или зависите, ну, я думаю, что зависите до сих пор. Вот. В той или иной степени, мне кажется, зависит. Вот, зависит, вероятно, также от своего мужа. Вот. И зависит также от своих детей. Теперь. То есть, если няня, то у вас как бы не будет. Если няня, то у вас как бы нет. Ну, честно говоря, вот, когда другой человек определяет нас, но не мы сами определяем, вот это, мягко говоря, очень изматывающий и, собственно, на мой взгляд, вот это вот то, что у вас изматывает. То есть изматывает то, что вы зависите от других людей. Вот. И правда в том, что вы будете, действительно будете от них зависеть до тех пор, пока не научитесь опираться на себя в тех или иных вопросах, в тех или иных моментах, да? Вот, то есть понятно, что здесь нужен баланс, вот. Но тем не менее, пока что такой вот аспект. В целом это вот личные границы. Это личные границы, которые вы устраиваете с окружающими людьми. Вот, ну, сейчас с близкими людьми. Вот. Ага, вот он. Соответственно, такой вот аспект. И выход из этого, как вы, я надеюсь, понимаете, это работа со злостью. Это работа со злостью, это работа с вот, личными границами, с тем, ну, с умением говорить нет. Вот людям, которые, ну, вот, находятся рядом с вами. Вот, и как-то тем самым отстаивать
свои интересы. Потому что, ну, если вы этого делать не будете, то ситуация так и будет продолжаться. Вот. С другой стороны, не сочтите за какую-то такую вот утопическую, может быть, нотку в моем ответе, но у вас есть опыт, когда ваша мама так пришла. Да, может быть, ей было тяжело, да, может быть, ей было неприятно, да, может быть, она в какой-то степени страдала, переживала из-за этого, это правда. Вот. Но она так жила. И вполне вероятно, что вы тоже допускаете для себя такую жизнь. И да, сейчас вы вроде как проблему решить хотите, вот, но вот насколько вы готовы ее решать, большой вопрос. Потому что я не думаю, что вы не знаете того, например, что вот что, чтобы избавиться от мыслей, нужна работа психологическая, ну, психотерапевтическая работа. Ну, вот. Что вам делать самой, чтобы понять, что вам делать самой, нужно с вами поговорить. Нужно поговорить с вами, нужно поработать с вами и так далее. И будет более-менее понятно, что вам делать, ну, что можно делать и так далее. Понимаете, да? Поэтому у меня вопрос вот относительно именно того, насколько вы готовы меняться. Только пока вот это. Вот. В целом, значит, вот, как это вижу я, значит, вы с детства, словно прогибаете под людьми, близкими людьми, которые вам важны. Вот. Вы прогибаете под ними для того, чтобы не остаться одной, потому что, ну, вы боитесь остаться одной, это понятно. Вот. Но в итоге у вас рождается ощущение, что своей жизнью вы не живете, себя вы предаете, и вы испытываете накапливающееся такое неудовлетворение. Вот, что в итоге выражается вот в таких картинках, это агрессия, вот, некоторая такая незащищенность, причем вы себя за это вините, то есть вы относитесь к этому проявлению своему, как к чему-то очень, ну, такому вот, к негативному достаточно. Вот это, конечно, тоже довольно-таки печально. Ну, ну, в том смысле, что мало того, что вы подавляете некоторые тенденции непосредственно при взаимодействии с людьми, так вы еще подавляете эти же самые тенденции, вы подавляете при взаимодействии с самой собой. Ну, это позиция, она вас изматывает сама по себе. А в агрессии ничего плохого нет, как и в злости, даже порой в жестокости ничего плохого нет. Вот это нужно человеку реакция, но считается, что она социально неодобряемая. Вот, и вы, очевидно, вот перенесли ее. Это, ну, вот этот, точнее, его, этот запрет вы принесли
более как бы глобально, вот, в том числе с научения вашей мамы. То есть мама вас, по сути, ну, по сути, ваша мама вас научила так вот действовать, да, по сути, ваша мама показала как бы вам, как можно, что можно не обращать внимания, можно терпеть, можно там не принимать во внимание, ну и прочее, 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 думаю, вы сами понимаете прекрасно, о чем идет речь. Такой ответ, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что было интересно. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это может послужить началом вашей работы над собой, если вы готовы к этому. Всего вам доброго.